после получения мат-капитала у меня была такая мечта из общежития по адресу Ключевская, 14, переехать как новострой. Посоветовала вот, знакомая тоже обратиться к Прокопенке Ольге Викторовне, я обратилась. Ну и на данный момент приобрели квартиру в новострое Татищева 49. И со старого жилья, с добавлением мат-капитала получилось. То есть в том, что мне уверили, что это невозможно, эти бумажки никому не нужен, этот мат-капитал, что его как бы, что эта сделка невозможна, почему-то мне отказали. И тут такая возможность, что мне до сих пор не верится, что все возможно. Так что я очень благодарна Ольге Викторовне, очень ей признательна, большую благодарность, что вся семья у нас в новострое, в большой квартире, в новой, в хорошем доме. Комната, вот эти вот, как бы комната, вот эта старая, и вот мат-капитал, и вот 300 тысяч еще на счете есть. Вот это как-то можно объединить, то есть я и денежные, и вот эту комнату. Но Ольга нам как бы в помощь, она сказала, так вы можете там одно жилье сдавать, чтобы ипотеку закрывать, как-то все. И это же как бы нам не так все разложило, что по нашему кошельку это вообще не ударило. Да, то есть так все грамотно нам объяснила, куда же чего идти, с чем работать, как делать. А там вот мы просто предлагали все это продать, все вот это все объединить, наши средства. Почему-то мне так уверили, что нет. Там белые люди живут, вам попроще надо. Старая почему-то, не знаю, так такое отношение было. Так как-то Ольга, так она так терпеливо все, на все условия все там рассмотрела, все объяснила, пошаговое, все доступно. Так я вообще благодарна, очень вся семья рада. Чем еще нравится работа? Общение с людьми, знакомство, познаешь новых людей, общение, дружу. Я со многими клиентами дружу, они меня приглашают на дни рождения. Что важно, видеть счастливые лица моих клиентов.